23 жителя Ненецкого округа приобрели новое жилье в ипотеку под 5%. Новая программа стартовала в декабре 2015 года и набирает популярность среди желающих обзавестись новым жильем. Пока приобрести квартиру по выгодным условиям можно только в одном строящемся доме. Но компания-застройщик готовит новые строительные проекты. Как и для кого работает программа 5% кредитования, смотрите следующие материалы. Ипотека под 5% годовых уже не проект на бумаге, а действующая программа. Она была запущена после принятия окружного закона номер 98 ОЗ об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком округе. Партнером администрации округа выступил Московский индустриальный банк. Специально для Ненецкого округа финансовая организация разработала программу ипотечного кредитования. Ее условия таковы. Процентная ставка 5% годовых, первоначальный взнос не менее 20% от суммы кредита, срок от 12 до 120 месяцев, сумма заемных средств до 6 миллионов включительно. Гражданин, желающий приобрести квартиру, должен обратиться к застройщику, выбрать квартиру, определиться с ценой ее, подойти к нам в банк, к любому специалисту по обслуживанию физических лиц. Любой специалист проконсультирует, возьмет пакет документов. В пакет документов входят следующие документы. Значит, паспорт, копию паспорта мы делаем сами на месте здесь. Справка 2 НДФЛ о доходах и копия трудовой книжки. Решение банка будет известно в течение 10 дней. При положительном ответе составляется два договора – кредитный и долевого участия в строительстве. Последний регистрируют через многофункциональный центр. Как только клиент подтверждает первоначальный взнос, банк переводит средства на счет застройщика. Дальше все как в обычной ипотеке. Заемщик вносит ежемесячные платежи банку. Финансовая организация, в свою очередь, получает субсидию от администрации округа. Перед запуском программы банк аккредитовал фирму-застройщика и объект строительства. К 60-квартирному дому компании «Печора Девелопмент» претензий не нашлось. Особенность этого проекта заключается в том, что дом сконструирован из кирпича, строится из кирпича с утепленными фасадными системами. Наши подрядчики «Наренмарстройинвест» стройку ведет качественно. Все службы надзорные это отмечают. Дом строится в графике, соответствующим образом никаких сомнений нет в том, что обязательства перед жителями Ненецкого автономного округа наша компания выполнит безусловно. В кирпичном доме по улице Заковылка будет 60 квартир. 20 однокомнатных, 20 двухкомнатных и столько же трехкомнатных. Объект возводит компания «Наренмарстройинвест». Команда строителей, из которых половина – местные жители, справляется с суточными нормативами. Как видите, уже подходим к окончанию возведения ограждающих конструкций. Ведется кирпичная кладка стен. Соответственные перекрытия устанавливаются. Надеемся в течение полутора месяцев закончить этот этап. Далее будем кровлю, фасад, окна, то есть все и внутренние работы. Строить по графику позволяет и подвозимый вовремя материал. Согласно обязательствам, компания-застройщик планирует сдать объект в конце 2017 года. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север».